жизни во раз и выпускать улыбку из открытых глаз. Только близкий успех он выбирает из тем, кто может первым посмеяться над собой. Я хочу сказать о себе, что мое участие в ансамбле молодых педагогов дает мне выразить себя творчески, дает силы двигаться дальше, искать что-то новое, открывать себя с другой стороны. Хочется сказать, замечательно, что существует такое место, как Дом Учителя. Замечательно потому, что профессия педагога – это очень трудный ежедневный психологический труд. И замечательно, что существует такое место, куда педагог может прийти и получить какие-то новые навыки, новые знания, расслабиться в конце концов. И вот я считаю, что как раз таким местом является наш замечательный ансамбль молодых педагогов на базе Дома Учителя. Педагоги, которые к нам ходят, это не профессионалы. Они никогда не занимались музыкой. И азы пения они постигают именно вот в этих стенах. Но, несмотря на это, все-таки лишний раз убеждаешься, что Россия наша – это страна певческая, что поют здесь абсолютно все, потому что приходят люди, которые никогда не учились и, тем не менее, обладают замечательными голосами. Некогда стареть, некогда стареть, некогда стареть учителям. Некогда стареть, некогда стареть, некогда стареть учителям. Наш ансамбль, я думаю, это еще одна ступенька в развитии педагога. Потому что если педагог может себя творчески выразить, может быть, в живописи, может быть, в музыке, это, я думаю, очень талантливый, одаренный педагог, он очень много может дать детям. Также обязательно нужно отметить, что в этом году наш коллектив стал лауреатом 3-го фестиваля художественного творчества работников образования. Я считаю, это достойная победа нашего коллектива. Хочется пожелать всем участникам, чтобы они и дальше с удовольствием ходили на наши занятия, чтобы они и дальше занимали почетные места на различных фестивалях и мероприятиях города. А также, конечно, хочется пригласить всех желающих в наш ансамбль. Я желаю нашему ансамблю новых творческих площадок, участия в городских конкурсах, новых песен, новых творческих возможностей, а также я надеюсь, что мы запишем новый компакт-диск с нашими песнями. Oh,